Значит, предыстория этого всего, значит, такая. Я, значит, отстроил эти стекла на 35 метров. В принципе, ну, два спичечных коробка, да? Вот, нормальный такой результат. Вот такими вот, значит, семечками. Я их показывал, значит, уже на канале. Вот они такие вот золотистого цвета. Золотые семечки. И вот, значит, 35 метров. В принципе, нормальный результат, да? Вчера отмерил расстояние 80 метров и два листа А4 и решил попробовать, какой будет результат, значит. Здесь в этих стеклах нет никакой сетки, никакого параллакса нет вообще, от чего ориентироваться вообще никак. Очень сложно, но результат был. Даже три отверстия были, да, из 10. И сегодня я тоже решил снять такое видео на 80 метров. И тут уж настраивал. Ну, чего-то как-то, ну, не идет вообще. То ли сегодня погода такая жаркая, то ли еще чего-то. Но в итоге мишень стоит на расстоянии 50 метров. Да, вот два листа А4. Вот там даже не видать, там будет белое. На смартфон там плохо видно, что там вообще еще. Ну, поверьте мне, это 50 метров. 50 метров такое, значит, расстояние, такая дистанция. Уж лосиные вши эти появились. Говорят, и клещи еще появились даже. Ну, сколько будем попыток делать? 10 попыток, значит, сделаю. Буду стекла наставлять, это ровно посередине. Посередине. Крестик. Посередине этих листов. Угу. Один, значит. Два. Видел, куда они летят? Вниз! Нифига себе! О, пошло дело. Все понятно. Три отверстия и все. Да, и больше нет ничего. Какой-то странный результат вообще.